Отдых в Кефалонии – это не только горы, это не только море, это еще и променад по набережной. Вот там, видите, огни населенного пункта Сами, который протянулся довольно далеко вдоль побережья. А там, видите, другие огни с дорожками. И я вам покажу ночную жизнь города Сами, Кефалония, Греция. Слышите звуки моря? А море вон оно, ионическое, теплое, красивое, с разными видами воды. Вечер на набережной, проходят разговоры в уютных кафе. Также отдыхают катера, яхты, приходят и корабли в этот порт. Красота! Тоже вышла прогуляться. Красавица! Ах, какая грация! Разноязычная речь. Все живет в этом ночном городе. Жара спала, и вот такое блаженство. Ходить, смотреть, радоваться тому, что видишь. Кефалония, Греция, город Сами. Ночная жизнь. Ночная жизнь. Сколько гуляющих. Оставим их и идем любоваться ночным городом. Наша прогулка по вечернему городу Сами. Мы идем слушать море. Вот они, звуки моря, дорожки. Ну а потом очередной день нашего путешествия. Группа Зурбаган замечательная. Никогда не унываем, всегда в движении. Всего доброго, с вами Екатерина. Август 2024 года. Греция. Всего доброго.